Hello. К нам гости. Гляньте, мотылек с той стороны. В том году прилетал. Не помню, по-моему, тоже осенью. Оф, мой английский за 3 года. Hello, I'm Dunya. А ты кто? Наташа бы смеялась. Не, ну а что? Ну, расскажи чем-нибудь английский. Наташа, которая смотрит, это и такая... Я научила с тобой стихи. Где? Не позорь, Наташа, расскажи что-нибудь. Where are my socks? My funny red socks. These are my boots and those... They are in the box. There are my mail... Нет. Нет, забыла. Сейчас. I can fly and I can jump. Can you skip? Can you... Ой. Опять не тот. Я хотела рассказать другой, но получилось этот. Тут на русском да не запомнишь, а еще на английском, да? Ага. Ну это Лена просто к тебе пристала, поэтому ты волнуйся. Еще сережки там это болтаются, звенят. Ну вспомнишь и нормально, расскажи хоть один стишок-то. Я пытаюсь. Пытаюсь-то. Ну могу 4 стиша рассказать? Ну хотя бы. I can you eat and can you drink? Can you... With about the street, can you stamp with both your feet? Can you sing with me? Наконец-то. Наконец-то вспомнила. Тем временем Наташа. Позор! Я просто устала и не помню ничего. Тогда меня посади на урок английского, я тебе там весь... Да я знаю, просто ты сейчас вся такая потерянная, растерянная, заболтанная. Если уже тебя посадить, ты прекрасно все расскажешь и... Лучше, чем кто-либо, да? Угу. Я в тебе не сомневаюсь даже. Барабан, который сомневается, что ты мне не сомневаешься. Ты барабака сомневаешься, что я не сомневаюсь в дуре? Какой-то как каламбур слов получается, ну. Твоя знакомая украла жвачку в магазине? Да. Ну и чё? А вот, ну, короче, за ней никто не проследил из охранников, потому что у нас их нет, у наших рук. Магазину. Так вот, ее объявление, точнее, ее лицо поставили на вывеску и такие, типа, разыскивается девочка. Украла жвачку. Серьезно, простую жвачку. Ну что, было такое? Ты прикалываешься. Я не прикалываюсь. Ты как себе заделываешь хвост, у тебя одни эти петухи там это, на голове. Окей. Надо с расческой это все делать. Или так, на. Все равно петух. Ну ладно, никто тебя не видит. Да в лесу. Когда вот делаешь хвост, надо расческу править. Да не, мне просто, чтобы волосы не лезли, мне жарко, а так-то мне все равно. Да я Джуси цыганка, да. Ну, смотрю, я... Погадайте по ручке, пожалуйста. Нагадайте мне что-нибудь так. Ты мне гадай, что ты мне свою ручку даешь, а, цыганка? Погадай я мне. Я могу вам дать вот такое. Нагадай мне машину хорошую, новую, чтобы ездила. Пусть даже не новую, но чтобы ездила. Хорошо, хорошо. Чтобы меня возила. Гадаем. Алло, здрасте. О, это и тебя. Здрасте, вам скоро будет новая машина доставлена, которая еще даже в продаже не появилась. О, ничего себе, круто, ура! Так. А, понятно. Ну все, давайте тогда ждем ключи от новой машины. Все. Ну, разгадалка, что там лучше еще сгадать? Последний айфончик. Последний? Давай. Руку. Да, блин. Ложку дайте, нормальную, месье. Гадаем, загадываем новый телефон. Последний айфончик 13, который только вчера вышел. Гадаем, еще хорошего мужа. А чем тебе Коля не нравится? Офигеть, вам сказали, что вам завтра доставят нового молодого жениха, которому 20 лет, он нереально богатый. Ну зачем мне 20-летний жених? Зачем? Она вам еще и айфон сказала, что 14 аж подарит. Он такой, бывает? Типа откинулась. Окей, себе нагадаем. Здрасте, у вас не будет нового айфона по техническим причинам. Это у кого, у тебя не будет или у меня не будет? Меня. Да, у тебя.
А это точно Евдокия или Елене? А можно отменить 20-летнюю? Евдокия. Дунь, можно отменить 20-летнего мужика? Можно отменить 20-летнего? Да блин. До свидания. Можно. Колю оставляю. А мне же говорили, что я юмор-диза. Мне говорили, а мне не верили. Еще какая? Что вам еще нагадать? Не знаю. Побольше свободного времени и побольше зарплаты? Легко. Очень даже хорошее гадание. Давайте. Вот это ключи будут. Угу. О, ключи от машины от новой. О. Гора посуды. Пока ты спишь, мы вместе проснемся. Ты нам уж первая. А может, ты... А может, возможно, первая. По крайней мере, даже если я первая проснусь, то я все равно залегну телефон, пока ты не проснешься. Да, меня не будет. Ты правильно решила с вечера. Слушай, я тут так подумала. Ну, тебе повезло, вчера полы помыла. А то бы ты помыла их своими штанами. Это собачьи там тарелки, Дуня. Не надо оттуда кушать. Я их и так помыла. Мы подглядываем за собакой. Дуняшка меня позвала. Так, и где собака? И вот она где спряталась. Но мы тебя не успели заснять. Ты чё тут? Ты чё тут одна, шама? Ты ругалась на нас, да? Тебя бросили? Ну что? Ты помнишь эти звездочки? Я помню, эти звездочки, они фосфором напитываются. Ну, а потом все на тебе светятся. У меня тебе их много. Допустим, вот ластик, и если вроде бы песня ЛСП, номера. Чем я сегодня занималась на перемене? Типа звук. И я терпел столько лет, что наступил этот момент. Это что, ластик? Если что, ластик. И камнем вниз с крыши дома. То есть вот ластик. И камнем вниз. У меня, кстати, видео осталось, могу показать. Беларусь вообще понравилось? О, просто ван лав, я туда. Скорее всего, в тот же дом, в ту же квартиру, в тот же дом двухэтажный. В ту же территорию, в ту же машину. Понравилось. Бассейн там классный, да? О, в бассейне. Сейчас бы в бассейне, кстати, покупаться, потому что нереально жарко. Природа. Да, там просто ван лав. Но только меня не смущает даже минус. Меня пугает минус, то, что там могут залететь хрень. Опять насекомые. Вот, ты представь, вот ты вот так вот лежишь, пытаешься заснуть. Вот просто вот такой. И тут такой. Тебе это не только раздражает, это раз, а во-вторых, ты еще и боишься этих насекомых, а в-третьих, тебе нереально страшно, и ты бежишь со слезами к родителям. А теперь представь, кто в картине, мама, там насекомые, упаси, боже, упаси, все, уйди, убери, давай. А я к маме в кровать там лягу, если бы все говорили правду. Ну что тебе опять? Достала ты уже своя муха, блин. Мама, она шевелится, ты не понимаешь. Действительно, блин, шевелится. Действительно. А, ладно, я задолбала ты со своей мухой. Пошли будить папу, проверить, чтобы его сон прекрасно сбить. Чтобы он поскорее проснулся. Я плохо иначе. И я такая, типа, а я Влад А4. Пытаюсь разбивать для мамы нормальные грецкие орехи. В общем, приношу ей каждый орешек, она такая, во, нормально, орешек ношу, смотрите, вот наша дочь нормально орешек нашла, прикиньте. А сейчас мы будем плесть кольцо лягушку. Ой, батюшки, мой батюшки, что за чудо тут в кровати у нас, а? Что за чудо прикроватное? С царевым государством. Это фраза из видео. Это что было сейчас, а? Глэдди, это что сейчас было? Смотри, как на нее еще свет красиво облегает. Так, у тебя Баня. Давайте укладываться будем. Не знаю. У тебя Бадя. Вот она морда. Нет. Так, ты к стенке, Глэдди посередине, я с краю. Пока Коли нету, хоть нормально поспим. Свободно. Слышь, давай. Эй, мартыха, давай двигайся. Боже, эти серьги шикарные. Ну вот.
Ладно. Они еще смотри, как на красиво на красном свете. Угу. Сейчас. И камнем вниз, с крыши дома. Как печально. Офигеть просто. А, я помню, короче, я этих я этих камнях Собери с мыслями. Смотри, какая она красивая. Я вижу, вижу. Короче, я этих камней боюсь, так как я где-то лет 5-6, я, по-моему, была, короче, не помню, в аквапарке, ну, где-то была, и там надо было, короче, мыться, ну, вроде баня. Я дотронулась до этих камней, я жестко обожгла себе руку. Я очень боюсь этих камней с тех пор. Дима, я пусть отжуся. Дима, я грудь камелька. Я сегодня рассказываю стихотворение Александра Сергеевича. Чего еще раз? Александра Сергеевича Пушкина. Ну, расскажи. Окей. Подруга дней моих суровых, голубка-дряхлая моя, одна в глуши лесов сосновых, давно-давно ты ждешь меня. Ты под окном своей светлицы горюешь, будто на часах, и медлит поминутно спится в твоих наморщенных руках. Глядишь в забытые ворота, на черный отдаленный путь тоска, предчувствуя заботы, теснят твое сейчас на грудь. Я за это 5 получила. Умничка. Ну, ты с выражением читала, наверное? Ну, да. Молодец. Глянешка. Ну, что, мы спать сегодня будем или нет? Нет. Я жду Колю. Коля завтра. 0-0. 0-0, не. Если он приедет завтра после обеда, может быть. И то не факт. Так, на свой фон. Глянешка. Ну, что, выключаем свет? Я пыталась ее забрать у тебя, а она меня кусает. Ну, пусть лежит, как, ну, видишь, она ко мне притулилась. Она со мной соскучилась, пусть со мной поспит. Нет. Ну, не хочет она к тебе, видишь, она тебя грызет. Все, Гладь, молодец. Полежи со мной, поспи. Все. Я даже не могу жить. Молодец, моя девочка. Отдай. Гладь, скажи мне спокойной ночи, пусть спит. Все, выключаемся. Валя.